Доброго вечера, друзья! Перед началом просмотра видео попрошу вас подписаться на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски. Ну, мы начинаем. Скончался всем известный фронтмен коллектива Leslie Band Александр Датюк, которому 11 апреля два раза нанесли удар ножом в район сердца. Злоумышленника уже задержали. Об этом сообщает львовский депутат Игорь Зинкевич в фейсбук-аккаунте. Бездомный напал на Датюка на одной из остановок во Львове. Музыкант был доставлен в медицинское учреждение еще живым, но спасти его жизнь так и не удалось. Депутат принес соболезнования родным и близким музыканта. Убийцей оказался 67-летний бездомный. Возбуждено уголовное дело. Друзья, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и написать комментарий. На этом мы с вами прощаемся. Всем пока.